Всем привет, ребят. Ну что, решил записать видосик по поводу, наверное, не знаю, точно не точной информации на Испании, как обычно, не знаю, почему там в первую очередь выходят интересные темы, мы этого не знаем, но вся инфа идет оттуда. Появилась картинка судьбы, и скорее всего, как я понимаю, ранее я уже вам говорил, что некоторые игроки говорили по поводу 13, 14 и 15 скиллов. Я надеюсь, это не подтвердится, но если это будет так, это будет, ребят, просто жопа. Потому что будет очень большой разрыв. Не знаю, что вообще будет делаться, но и так хватает 12 скиллов вполне. Ну, в судьбе я не знаю, что там еще можно будет прокачать. Возможно, какие-то другие атрибуты можно будет качать. Я этого, к сожалению, не знаю. Будем ждать уже на китайке обновы. Но картинка реальная. Новая судьба. И писали, не помню, на каком-то серваке где-то, ну, была такая инфа, что будут все-таки 13, 14, 15 скиллы. В принципе, в судьбе судьба для этого была и создана, чтобы прокачать героев на 12 скилл. Ну, я надеюсь, это не так, потому что это будет все печально, неизвестно, какие ресурсы будут нужны для этого, сколько чего надо будет. В любом случае, это будет печально для бездонатов, да и для донатов это не особо, скажем так, приятная новость будет, что надо будет опять вливать кучу денег, непонятно что. Ну, посмотрим, будет уже обнова, тогда уже определимся. По поводу новых скинов, уже, в принципе, вы и так видели, будет, скорее всего, скин на Фрейю. И скин либо заклинательница, либо там это... Заклинательница, я не помню еще кто-то. Ну, то такое, то не столь важно. По поводу фракций тоже очень много вопросов вы задавали. Посмотрим, все покажет уже сама обнова, потому что много фейковой инфы. Я уже, как обычно, вам покажу, что у нас поменяется и что будет интересного. Так, ладненько, ну что, поехали. Будем сейчас проходить битву гильдии на ките. Я именно на китайке сейчас, надо пройти битву гильдии, также угольную. Так, Минотавр наш собран. Так, Минотавр есть. Поставим еще дерево сейчас сюда. Вот проблемно, блин, с рунами оживы. Так напрягаюсь иногда, это просто жесть. Но ничего не поделаешь. Нету просто руны живы. Все топовые руны есть. Четверки, пятерки, шестерки. А вот руны живы — это боль. Так. Есть седна, есть. Кого поставим? Поставим Бигфута, если что-то надо будет добить. Так, огнекрыло. Ну и Фрейю поставим. Мало ли. В принципе, нам этого должно вполне хватить. Так. Поехали, посмотрим, что там. Или поставим, давайте, даже вместо Фрейя. Она, в принципе, не особо не нужна. Поставим Хранителя. Вот такой вот хранитель для бафа. Так, поехали. Битва гильдий. 275 324 48 328. Ну, давайте начнем с этого. Так, что тут у нас? Жесть, что это за расстановка? Интересно, как сейчас их огнекрыло шатает. Тык-тык-тык-тык. Ну, как-то не особо он их там и шатает. Смотрите, урона не особо, я бы сказал, что очень много. Так.
Там он с Бигфутом не может справиться, что ли? Да, жесть, короче. Давайте еще свои выпустим. Но смотрите, как... Я, честно говоря, в шоке. При том, что у меня топовые прокачки. Мы не можем слить ворожея. Жесть. Смотрите на это все. Это просто смешно. Ну вот вам битва гильдии, разница в силе. То, о чем я говорил, и почему я хочу все-таки здесь начать качать. Так, окей. Ну, делаем вот так вот, Минотавр. Давай, иди уже. Минотавр стоит в стане. Так, баф. Не понял. А, блин, Седнаш ресает. Я думаю, что за фигня? Так, окей. Ну, как видите, ничего сложного, в принципе, нет в этом топе. Зачем мне тогда дерево? А, ладно, пусть будет на всякий случай. Так. Так, 319, 328, 324. Давайте этого хлопнем. Так, ну тут все понятно. 95. Есть. Сразу минуснули. Сразу автопрок пошел от кого-то. Так, окей. Есть. Ну, как видите, на Китае нету такого напряга, как там на русском, например. Иногда бывают там топы сильные, но в основном все очень и очень просто. Так, Огнекрыл, Минотавр. Ух ты, ух ты, ух ты, ёпта. Сейчас нас ребята тут просто сольют. Ну да ладно. Обидно, конечно. Ну, как видите, очень и очень странно Минотавр под бафами, блин, так хреново ударил. 74%. Надо было Огнекрыла не особо пускать. Так, окей. Поехали дальше. Так, есть. Так, 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 так. События, битва гильдий. 300. 319. Ну, сразу стрелок минуснул. Я понял. Я тебя понял. Значит, делаем вот так. Ну, это просто жесть, вы сами все видите. Нереальная какая-то хрень происходит на этой битве гильдий. До конца не могу разобраться еще с этой фигней. Фрея просто их разобрала. 41%. Как обычно, шанс слива, ребята, сейчас будет у нас минимальный. Просто жесть. Сейчас будет смешно, если Фрея ушатает. А она все-таки ушатает. Или нет? Ну давай, Огнекрыл, затащи. Зарешай хоть раз. Ну, хоть треснулся. Ну, в принципе, можно пока бига выпустить. Он пойдет сейчас на низ. И добьет. Так, окей. Вот что значит пофигистически относиться к битве гильдии. Так, 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 так. Но все равно я набью как бы свою минималку. Так, события. Что тут у нас дальше? 319. Так, окей. Тут у нас Фрея есть. Не, нету Фрея.
Мы сейчас посмотрим на Огнекрыла во всей красоте. Сейчас пусть только начнет бить. Вот так вот, смотрите, какой там бешеный просто урон. Просто жесть. Под хранителем, конечно, жестко все. Да какой там Анубис? Как-то странно Минотавр бьет, я даже не знаю. Вроде все нормально стоит, собран на урон. А урона у него мало. Почему так, непонятно. Так, окей. Что у нас получилось? Ну, второе место. 2800 это при сливе. Надо будет силу еще подкачать. Так. Что там у нас, акция восстановилась? Да, акция у нас восстановилась. Отличная акция, кстати. Жалко, что у нас на русском такого нету. За пак 600 самоцветов вы забираете топовые плюшки просто. Вот смотрите. Чик. Вот так вот, ребят. За 600 самов пару дней, там сколько, 4-й, по-моему, или 5-й день, сразу получаете порочный пакт. Топовый талантик на домах. Вот так вот. Китайка, как обычно, рулит. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайкосики. Ждем обнову, посмотрим, что там уже будет. Всем пока.